ребенок заболел, мать или волнуется, или не волнуется. Вот как вы думаете, почему некоторые матери волнуются, а некоторые не волнуются? Нет. Вот у кого ребенок болеет, а вы не волнуетесь. Вот не волнуется, раз, два, три, четыре, пять. А у кого болеет, и волнуетесь вы. Вон тоже полно. Ну, это понятно. Вот почему одни волнуются, а другие нет. Да, те, кто не волнуется, у них хватает сил победить судьбу. Потому что сердца людей, в сердцах люди связаны. Те, кто не волнуется, у них хватает сил, поэтому они не волнуются. Они чувствуют, что все будет хорошо. А если сил не хватает в сердце, то мать начинает волноваться, означает, не хватает сил. Волнение, оно может быть настолько сильным, что она даже, у нее силы теряются, она даже делать ничего не может, потому что она так сильно волнуется, то есть отдает энергию так сильно, что и жить даже не может. Так сильно она волнуется. Другими словами, мы связаны друг с другом с помощью психической энергии. Это уникальная энергия. Она действует через память. Но чтобы человек не настраивался, о чем бы он ни вспомнил, он немедленно связывается с этим объектом. И в основном мы помним о своей судьбе. Мы постоянно думаем о себе, о своей судьбе. Постоянно. И поэтому на нас действует наша судьба. Но веды говорят, что если, допустим, человек начинает заботиться о наставнике, допустим, ну, служить какому-то святому человеку, и забывает про себя, то в это время на него действует уже не его судьба, а судьба этого наставника, и меняет всю его жизнь. Представляете, такое тоже бывает, что судьба может перестать действовать на человека. Человек думает о Боге, допустим, забыл про себя, тоже судьба перестает действовать, Бог начинает действовать. И это на самом деле не так уж сложно, как кажется. Вот, допустим, человек... когда смертельно болен близкий человек, допустим. Кажется, что ничего не сделаешь. И кажется, что невозможно ответить. А зачем выключили? Не надо выключать. Надо, наоборот, включить свет в зале. Я перестал видеть людей. А, это просто автоматически выключили. Вот. Но на самом деле, когда человек тренировался, конечно, и он настраивается на Бога, и в тот момент, когда он способен отвлечься от близкого человека, а сильно настроиться на Бога, то в этот момент Бог начинает помогать близкому человеку. И эта помощь может быть колоссальной. А пока мы сами думаем о нем, мы Бога туда не пускаем. Ну, то есть я связан с человеком, и Бог знает, чего мне надо. Я просто забыл про своего ребенка, допустим, и думаю о Боге. Молюсь ему. В тот момент, когда я забыл про ребенка и в молитве остался, вот эта сила моей памяти о Боге дает Богу возможность помогать ребенку. Но в тот момент, но если я сам хочу, чтобы ему помогло, одна женщина мне говорит, я, говорит, 3 года пытаюсь помочь ребенку и молюсь постоянно. Почему ничего не работает? Вы говорите, что работает. А я говорю, а вы о ком думаете в это время? Она говорит, о ребенке, конечно, ему же надо помочь. Я говорю, а надо думать о Боге. Если бы вы думали о Боге и отвлеклись от ребенка, Бог бы начал помогать немедленно ребенку. А так вы своими силами им пытаетесь помочь. А своих сил у вас мало. У нас мало сил. В результате человек истощается просто, он становится обесточенным, несчастным, замученным. Часто люди спрашивают, за что мне это? Надо понять, что цель жизни человека — это всегда приблизиться к Богу, сильнее стать в отношениях с Ним. Поэтому так все устроено здесь, что приближаешься и побеждаешь судьбу. Но за что? Как бы нет смысла, это есть события, которые заставили нашу судьбу так действовать. То есть события просто в нашем прошлом. И мы там что вытворяли в прошлом, страшно даже подумать. Я вот буквально, представляете, вчера
У меня глаз начал болеть в последнее время. Ну, так плохо себя чувствует. И я думаю, вроде хорошо, правильно живу и все делаю хорошо. Чего же он болит-то? Во-первых, я увидел, что планеты так влияют. И понял, когда закончится это влияние. Это уже стало легче. Я думаю, ну а что они влияют? Что я такого сделал? Я начал медитировать на прошлое, на свое. Ну, то есть я как-то могу чувствовать не совсем в деталях, там, а как-то вот по событиям своей прошлой жизни. И я настроился очень сильно и почувствовал, что где-то через 2-3 жизни до этой я какая-то война была, и я там сражался. И какой-то человек, он уже оказался без оружия, но я так был сильно разгневан на противника, что что-то сделал ему с глазом, то ли проколол его, то ли чего ему выколол этот глаз, не знаю, что там с ним сделал. Короче, и сейчас у меня этот глаз мне прям вот туда показал, вот ты это сделал, теперь ты за это отвечаешь. Все. А что я там, зачем я уже не знаю, зачем я там, за кого воевал. Ну, то есть, понимаете, мы живем бесконечно, то есть, и столько событий всяких, и думать, за что мы сейчас страдаем, бессмысленно, потому что за что-то есть, мы не знаем за что. Но в этом мире нет несправедливости. Здесь все соткано только из справедливости. И поэтому человек должен просто вот побеждать судьбу и все. Вот Бог дал такую проблему, побеждай. Только знай, что делать. Когда неизлечимая болезнь, только молитва может спасти. Молитва дает силы излечить даже неизлечимого человека. У нас, я просто приведу вам пример. Несколько, ну, у меня много было примеров таких в жизни. Вот последний пример. Он произошел где-то 4-5 месяцев назад. То есть мы решили сделать молитвенный ретрит. Собрались человек 70 у нас вот в клинике, все увлекаются этим. И мы иногда очень громко молимся вместе, часа по два непрерывно. Я настрой даю какой-то. И в этот день мы тоже дали настрой, победа над судьбой, и начали молиться, молиться, молиться. Сильно хотели, чтобы ближе к Богу быть, чтобы препятствия все разрушились в жизни. И одна девушка, она очень всегда искренне молилась, и в этот день она только на настрое побыла, а ей надо было потом уходить. Она пошла, взяла ребенка, и вот идет молитва. Она связана с нами, она идет, тоже думает вот о молитве, все. И ну, на дороге такое происшествие происходит, одна машина врезается в другую, та переворачивается, летит на нее, и кубарем вот она с ребенком так вот катится вместе. То есть машина катится, ее захватывает вот так с собой. Вот. И, ну, как бы, представьте, что за ситуация. Два раза там они обернулись с машиной вместе. И у нее легкий ушиб на бедре, у ребенка вообще ничего. И она говорит, когда мы летели, я чувствовала, что Бог нас защищает. Когда люди подбежали, думали, что они в лепешку разбились просто все там. Они живы, здоровы, все, их в больницу увезли, обследовали, ничего нет, все нормально. И в это время я чувствую во время молитвы какое-то препятствие сильное. Я такой, то есть начал сильно молиться, на Бога настроился, и так раз чувствую, все. И забыл об этом. Я не знал, что за препятствие, не мог понять. Что-то все вроде нормально, что-то неожиданно произошло. Вот. Ну, представляете, то есть чудом просто человек остался жив. Вообще никто не ожидал, что такое вообще бывает. Люди, которые видели это, они просто вот глаза вылупили вот так. Два человека даже, не то что один. Поэтому наша психика, она безграничные возможности имеет. И надо это серьезно изучать, потому что это сильно помогает жизни. Мы должны знать, как мы устроены. Давайте я начну сначала. У человека есть три психических тела. Каждый имеет очень важную функцию. Первое из них называется чувство собственного достоинства. Оно пронизывает все наше существование. Чувство собственного достоинства, оно показывает нам себя. То есть мы воспринимаем себя как личность в результате этого, влияния этой силы. То есть вот осознание себя называют чувство собственного достоинства. Это также называют эго. И это вот механизм, предназначенный для защиты жизни человека.
Вот когда, допустим, нам больно, боль — это работа вот этого чувства собственного достоинства, обида, гнев, желание самосохранения, желание дышать, пить, есть. Все это работа чувства собственного достоинства, вот это вот эго человека. И оно постоянно 24 часа в сутки работает на самосохранение. И вот это вот настрой вот этого эго на самосохранение, он сигналит нашей психике. Постоянно сигнал идет. Помоги себе, помоги себе, помоги себе, помоги себе. У тебя не хватает денег, у тебя не хватает того, сего, пятого, десятого. И человек это сильно истощает. Он уже не знает, как жить, потому что ему этот... Иногда сигнал становится чрезмерным. И тогда человек становится больным. Например, булимия — это когда человек постоянно думает о еде. А причина на самом деле такая, что человек где-то в прошлой жизни, может быть, ушел из жизни от голода. Понимаете, он... Война там или еще что-то. Разруха, голод. И человек умирает от голода, ему нечего есть. И это, ну, в памяти остается, в памяти ничего не исчезает у нас, все остается. И вот он рождается в следующей жизни, и у него все нормально, у него хватает есть. И он все равно постоянно думает о еде, хочет есть, потому что так действует это чувство собственного достоинства, оно возбуждено у него в этом направлении, в направлении еды. Или, допустим, девушку какую-то бросают, она одна. Ну, не чувство собственного достоинства, замуж, 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 замуж. И когда она так думает, то она всех мужиков разгоняет сразу. Потому что выдержать такой, ну, напор невозможно человеку. Но и это говорят, что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы с помощью знания переключиться со страха на любовь, на заботу, на любовь. Это знание человеку так дает такую возможность. Вот, допустим, жена замуж вышла и хочет счастья. Она думает, ну я столько лет была одна, и теперь я замужем, теперь я хочу счастья. А счастье кто даст, должен дать кто? Должен дать человек, который рядом с тобой находится. И это естественно. Как бы девушка смотрит на парня, на своего, думает, почему ты так не... Почему не так, ты не так ласково со мной разговариваешь? Почему не так нежно? Мне хочется подарков. Она ему говорит, мне хочется, чтобы ты больше на меня обращал внимание, а не на работу на свою. Мне хочется, чтобы ты как бы дарил цветы. Что она хочет сильно любви. Но любовь — это такая штука, что она не может в насилии действовать. То есть я сейчас вам буду повторять, слушайте меня внимательно, слушайте меня внимательно. Вообще перестанет слушать. Насилие никогда не помогает взаимную ситуацию создать, среду как бы улучшить. И он говорит, да, отстань ты от меня, я как бы улыбаюсь сколько могу. Ну, начинается скандал, ругань начинается. Почему? Потому что она, ну, хочет счастья. Теперь он тоже думает, я как столько девушку эту ждал, ему, а у мужчины счастье совсем по-другому. То есть девушка думает, вот давай будем счастливым, ты мне улыбаешься, я тебе, и мы счастливы вместе. А у мужчины вот счастье вообще не так. Вот допустим, она давай нежно с тобой разговаривать, это счастье. А для него счастье не это вообще, у нее другое счастье совсем, она не знает об этом. Она думает, ну что тебе, не хочется быть счастливым, давай вот нежно поговорим, и у нас счастье. Это у женщины так, счастье, от нежно поговорить. А у мужчины счастье, когда ему кивают вот так. Да? Верят в него так, смотрят верными глазами на него так. У него счастье тогда. Потому что у мужчины счастье означает победа. У женщины счастье означает гармония, нежность,
отношения, счастье, гармония такая, чистота во всем, красота. Вот, это счастье для него. А для мужчины счастье — это когда вот его любят, уважают. Верна жена, допустим, она говорит: я только его люблю. Он тогда: счастье. Ну, то есть, видите, оно по-разному совершенно счастье действует. И он говорит: ты чего мне не киваешь? Соглашайся со мной. Ты лекции слушала, надо с мужем соглашаться. Она: отстань от меня. И он несчастный такой, замученный. Видите, в любви, в отношениях, вот этот сигнал нашего эгоизма «мне», он превращается в страдание. Точно так же, допустим, понятно, что когда кушать хочется, ты ешь, спать хочется, спишь. Здесь этот сигнал никак не мешает жить. Он даже хорошо помогает, потому что человек чувствует, спать надо, он устал. Надо спать, значит. Вот, хочешь отдохнуть — отдыхай, хочешь покушать — покушай. Хочешь пить — пей, как некоторые меня спрашивают, замороченные знания, это уже замороченные знания. Олег Геннадьевич, сколько человеку надо пить? Вот представьте, как бы себе, 2,5 метра человек и такой метр с кепкой, тоже человек. И даже вот взять просто от роста уже по-разному надо пить, понимаете? А у некоторых людей очень много огня в организме, жаркие люди такие, горячие. Им надо очень много пить. А есть люди холодные, им надо мало пить. Вот мы с врачом, с Максимом ездим вместе. Ему надо мало пить. А мне много. Я постоянно пью. А он вообще не пьет почти. И понимаете, если у меня мозги зашорены, я говорю: ты что не пьешь? Тебе надо пить, тебе надо пить. И мне говорят: поменьше пить. Понимаете, а в природе не так все устроено. Вот сколько хочется, столько и пей. Я говорю: да у меня отеки. Но отеки — это уже другое, понимаете? Это значит не то, что ты много пьешь, ты мало двигаешься, поэтому это мы будем об этом говорить. Итак, есть чувство собственного достоинства. Основная проблема жизни человека заключается в том, что он не знает, что в отношениях с людьми, в отношениях с природой, в отношениях с этим миром человек всегда должен отвлекаться от своих потребностей, потому что они душат постоянно. И надо всегда стараться заботиться о других. И тогда человек наполняется. Понимаете, первое правило, которое делает человека здоровым, запомните его и следите за собой в этом плане. Допустим, я беспокоюсь, я волнуюсь, я нервничаю, я напряжен. Это все означает, что человек сильно прикован к себе. И это означает истощение батареек, которые делают человека здоровым и счастливым. Для того, чтобы батарейки пополнялись, нужно думать о природе, думать о людях, думать о Боге. И это насилие над собой надо совершать, потому что чувство собственного достоинства нужно переключать силой. Если ты это не делаешь, оно всегда переключается на себя автоматически. Знаете, представьте такой выключатель, ну, такой выключатель, да? У него два положения. И в одно положение он сам входит, если вы об этом не думаете. И вот в этом положении он истощает вас, а в другом положении вы заряжаетесь. И вот представьте, вы так раз переключили, заряжаете, он раз опять переключился сам, вы его опять назад. Вот так мы должны жить, постоянно переключать назад. То есть о себе начал думать, переключил, чтобы... Потому что если человек не заряжается, он... Знаете, как человек заряжается? С помощью любви. Вот энергия любви заряжает человека. Вот у нас есть фестиваль «Благость» в Анапе. Мы там так тренируем своих персонал, у нас там обслуживающий персонал порядка 120-130 человек. И мы просто тренируем всех постоянно улыбаться, заботиться о людях. Постоянно. И они вот выдыхаются, конечно, но душой сильно отдыхают. И люди, когда в такую атмосферу приезжают, все любят друг друга, заботятся, радуются, они очень сильно отдыхают сердцем. Кто из вас был на фестивале? Есть такие? Согласны с этим? Давно были? А, вот на последнем фестивале были, осенью. Еще не успели отойти, да?
Понимаете, то есть там такая атмосфера счастья, вот это вот, и вот, ну, люди расслабляются, сначала они приезжают, там мозги выносят по жилью, там, проходит 3 дня, и они такие все счастливые, и уже там, если дать что-то не так, там, с комфортом, уютом, они вообще даже не обращают внимания, потому что кругом вот все любят друг друга, заботятся, и когда человек любит травы, любит горы, он заряжается. И вот когда даже об этом поют, человек тоже заряжается, он становится счастливым. Часто сейчас люди поют всякую ерунду. А петь надо вот именно о чистоте, о любви, о радости. Песня должна быть, наполнять человека. То есть любовь, песня — это любовь. Когда любовь наполняет, человек отдыхает, ему хорошо становится, он счастье начинает испытывать. В этом смысл переключения. То есть в ведах понятие ложное эго, а есть истинное эго. Ложное эго означает то же самое эго, просто оно направлено на себя. И почему ложное? Потому что это нас на ложный путь приводит. И в целом, как бы, если говорить об эге человека, эго человека, то это фундаментальная вещь, которая вообще настраивает жизнь человека на какой-то лад. Вот если человек сильно-сильно на себе завязан, то он начинает со всеми сражаться, доказывать всем, что он прав, он начинает ругаться, спорить, ссориться, и у него не выдержит психика, он начинает выпивать, у него психика напряжена, начинает курить. Вот, то есть у него появляются вредные привычки, потому что он в таком накале не выдерживает, у него не, ну, батарейки уже не могут нормально существовать, он истощен такой человек. И он поэтому пытается искусственно снять напряжение сигаретами, вином там и так далее. Это называется жизнь в невежестве. Когда человек живет в невежестве, он сильно, его ложное эго постоянно звенит. Мне, мое, все меня не понимают и так далее, понимаете? Ну, то есть, есть по-мужски невежество, это когда мужчина грубо себя ведет, по-хамски там дебоширит. А есть по-женски невежество, это обидчивость и депрессивность. Когда женщина тоже постоянно о себе думает, но она в депрессии находится. И обычно вот такому мужу такой же, ну, такая жена достается. То есть она в депрессии, в обиде, а он в злобе и в ненависти. И вот они счастливо живут друг с другом. Понимаете, как бы это все просто от незнания. То есть человек не знает, как побеждать судьбу. Он думает, вот у него как бы есть свое понимание, вот он этим и живет. Дальше, следующая категория людей, они более-менее отвязаны от себя. Ну, то есть они в принципе не такие корыстные, и они хотят, чтобы все жили хорошо. То есть эти люди настроены в принципе на сотрудничество, на гармонию, и ведут себя достаточно деликатно, стараются договариваться, стараются дружить со всеми. Но при этом они все равно, вот в конечном счете, их эго не истинное, а ложное. Оно все равно направлено на себя, но в широком смысле слова, допустим, моей семье, моей стране, моему народу там и так далее. То есть мне в конечном счете только через расширение. Мои дети, моя жена, ну, то есть через расширенное понятие. И когда человек так настроен, он все равно подгребает, то есть он все равно тянет на себя, и в результате этого создается, как говорится, конкуренция, то есть начинается напряжение у человека в жизни, он пытается добиться себе, как бы, чтобы его семья, все нормально было, он старается больше работать, напряжен постоянно, психика напряжена, это называется жизнь в страсти. То есть человек хороший, в принципе, но он все равно не понимает, как правильно, и поэтому он истощается. И человек в страсти, он постоянно напряжен, начинает курить все равно, смотрит телевизор по вечерам, пытается расслабиться, переедает по вечерам и от этого становится больным. Ругается с близкими людьми, потому что, ну, все равно люди, когда истощаются, устают, они становятся несчастными, начинают, чувствительность повышается, начинают спорить, ругаться. Это признак усталости в основном, чаще всего, истощения внутри. Есть люди благости. Благость означает знание. Человек просто переключатель свой вовремя включает и силой воли заставляет себя действовать так, чтобы батарейки заряжались. То есть он желает всем счастья, он заботится о других, старается
И он знает об этом, что у него есть знание об этом, что так надо жить. Большинство людей вообще не знает, что, вот, допустим, в древней культуре во всех священных писаниях говорится, что если ты, ну, гостей приглашаешь в дом постоянно, всем подарки даришь, заботишься, любишь, людям служишь, у тебя в семье тоже все будет хорошо, потому что твой семейный эгоизм, он заряжается истинным эго. Он как бы не ложным, не истощение, вот нам все плохо, давайте сюда, быстрее, быстрее, ругаемся, деремся, мучаемся, выпиваем и разводимся. Ну, то есть, а он, человек забывает про себя, начинает что-то других делать, его расслабляет, ему хорошо становится, все счастливы, он заряженным становится. Надо настроиться на других, перестать думать о себе, и тогда ты будешь счастливым. Чтобы счастливым быть любые дни, так надо беречь свою любовь, она поет. Вот эта структура психическая, эго человека, она может, ну, она взаимодействует с судьбой. И когда судьба плохо действует на человека, еще сильнее эта структура включается, и человек уже от себя вообще отвлечься не может, он даже спать не может, потому что он думает о себе. Это состояние называется стресс. И человек, если не переключает свое эго в этот момент на других, он может сгореть вообще и даже погибнуть от этого стресса, потому что батарейки стремительно истощаются, здоровье у человека в это время. Его энергия счастья уменьшается очень быстро, потому что он зациклен на себе, он не заряжается. Заряжаться человек может быть от природы только, от людей и от Бога. Больше нет чего заряжаться в этом мире. Усвоили немножко это? Теперь движемся дальше. Следующая психическая структура называется ум. Вот слово ум, видите, есть такое слово ум. Но в ведах описано, что эта структура более широкая, чем мы ее представляем. Это не просто мысль, думать, вот мы думаем, ум — это думать. Причем большинство людей не знает разницу, в чем разум, разница разум и ум. Они не знают разницу. Они думают, что разум думает и ум думает, а разум не думает, это ум думает. Вот есть разница между этими двумя вещами. Это еще две тонкие структуры психические. Есть чувство собственного достоинства, есть ум, есть разум. Вот и все. Все это всего три. И вот ум — это такая обширная структура психическая, называется на санскрите манас. Это фактически остов человеческого существования. То есть, если говорить, допустим, взять семечко, допустим, дуба и посадить, из него вырастает дуб. Почему из-за него никогда не вырастает яблоня из семечка дуба? Как вы думаете? А? Видите, вы мыслите грубой материей. Это нормально. Там действительно есть там всякие ДНК, там все прочее, там... соединяется с водой, семечко начинает разбухать, генетика включается и пошла работать, и вырастает дерево. Но веды говорят, что немножко все не так. Потому что, чтобы дерево вырастало, нужна какая-то двигательная сила, то есть желание жить. Материя сама по себе жить не хочет. Вот стол почему-то не растет. Вот, а семечко растет. Потому что есть для этого причина. Причина заключается в том, что есть чертеж. Есть душа, которая входит в семечко, которая соединяется с влагой. Вот пока семечко без влаги, душа туда не входит. Там есть предпосылки жизни, но возможности жить нет, потому что нужна влага для семечка. Ну, такая есть разные формы как бы вхождения души. Ну, вот в данном случае у растения вот нужна влага. И сам рост растения, он зависит от чертежа, который находится внутри души. Вот душа, и вокруг нее есть структура психическая, которая называется манас, или тонкое тело ума. Эта структура имеет психические каналы, они даже есть атласы этих каналов в ведах. Эти каналы называются шротасы. Вот каждый канал такой шротас, он возбуждает энергию
движение, деление в клетках. Ну, то есть это как такая волновая сила, которая заставляет материю возбуждаться и делиться. Причем интересно знать, что если взять, допустим, трубку вот у человека, да, вот нервная трубка, допустим, она растет сразу в нескольких местах, начинает расти и соединяется точно очень. Если это просто химия, тогда спрашивают, с какой стати, допустим, если мы роем, допустим, с двух сторон гору, туннель делаем, и у нас нет чертежа, где гарантия, что мы не вот так вот сойдемся, а вот так обязательно. Всегда есть какие-то отклонения, но если есть чертеж, то они прямо пц, и точно соединяются. Вот клетки растут в организме по чертежу всегда. И зародыш, зарождение идет не только вот из одного места, там из ноги, колено вырастает, потом бедро, потом... Они в разных местах сразу как бы начинают расти с разных сторон. И все вместе сразу создается. Точно так же вот это здание строилось. Невозможно его с одной стороны строить. Нужен чертеж. И по этому чертежу строится здание. Вот точно так же у нас есть шрохосы, психические каналы, по которым строится здание нашего организма. Причем интересно знать, что если, допустим, в каком-то шрохосе есть нарушения, а в тонком теле тоже могут быть нарушения, то тогда в этом месте кишечник непроходим, допустим. Есть анна-ваха-шрохос. Этот шрохос создает пищеварительную трубку всю. А потом дальше, а если там непроходимость, то кишечник становится непроходимым. Так вот, древние ученые ведические могли по пульсу матери определить, где нарушение в шротосах у ребенка. И с помощью звуков, потому что вот эти вот каналы тонкие, они на них влияет звук. Пространство меняется с помощью звука, веды говорят. Форма меняется с помощью света и так далее. Ну, то есть, ну, это сложно понять, но так или иначе, то есть, они могли с помощью звука пробить этот шротос, и ребенок в результате рождался здоровым. Представляете? Это описано в бедах, эти вещи все. Ну, то есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что у нас, мы как бы имеем уже определенную структуру с рождения. И тонкое тело человека, вот это психическое тело, оно не умирает. Вот душа, допустим, уходит из грубого тела, вы говорите, у меня умер родственник. Это смотря, ну, как бы, что вы имеете в виду. Вот, допустим, если взять я. Вот, допустим, если мне руку отрезать, я остаюсь я или я уже не тот человек? Я тот человек? Тот. А если другую руку? Тот. А если ногу? Тот. А если другую ногу? Тот. А если пол головы? Есть один негр, он живет, у него пол головы все. Нормально, все помнит, все классно. Тот. А другую половину? Тоже тот. И так можно понять, сердце пересадить, печень пересадить. Тоже тот, да? То есть, получается, чтобы я не удалил, я все равно тот же самый остаюсь. Это значит, что я не тело, мои хорошие, не тело. То есть тело — это то, где я нахожусь. Понимаете? И причем тело меняется постоянно. Вот когда мне недавно показали мама фотографию, совсем я маленький был, я такой удивился, что я такой был раньше. Но совсем другое тело, другое было. Такое совсем маленькое, такое. Вот. Сейчас у меня другое тело, а пройдет 20 лет, оно будет такое, здравствуйте, дорогие мои. Я надеюсь, все могу лекции читать. Вот. Ну, то есть, тело меняется постоянно, а я остаюсь тот же самый. Вот это я, это не тело. Я — это психическое тело, и поэтому ваши родственники не умерли. Они остались живы, просто у них перестало существовать грубое тело. Они остались в тонком теле. И если бы вы это видели, вы бы очень сильно удивились.
Вот я всю жизнь пытаюсь изучать это, научился видеть, чувствовать хорошо тонкое тело. И наблюдал один раз картину, как мой знакомый один человек, он болел раком, и он неожиданно вот в мой день рождения у меня на глазах ушел из жизни. Я пришел его проведать просто. Говорю, как у тебя? Он говорит, все хорошо. Что-то мне душно, говорит, открой окно. Я открываю, поворачиваюсь, у меня вот так, и сердце у него остановилось. Вот. И потом, я пытался ему как-то помочь, ничего не получилось. И потом я наблюдал, как сначала тонкое тело свернулось вот в эту зону. Здесь центр находится, там же душа находится, вот здесь. Сначала свернулось оно, вышло из, а потом дальше оторвалось из этого места, и пошло раз, и вышло наружу душа вместе с тонким телом. И оно развернулось там, у него тонкое тело. Оно сначала свернулось вот здесь, потом вышло, потом раз и развернулось. И он начал себя опять ощущать. И два раза он пытался вернуться назад в свое тело. Назад туда лезет, а уже все как бы. Я пытался с ним сконтактировать, ему мысленно посылаю сигнал, говорю, да ты уже все, давай молись, говорю, что ты уже ничего не сделаешь. Дальше иди своей дорогой, живи и дальше. Вот он успокоился какое-то время. Мы начали за него молиться, и он находился, вот слушал эту молитву, очищался. Вот так вот такая ситуация была. Очень важно иметь такой опыт, потому что люди часто, не верят в это все. Они говорят, да нет этого всего. А потом, когда родственник, ушедший из жизни, приходит во сне, потому что между сном и бодрствованием мы можем видеть тонкий мир, тонкие тела, все люди могут видеть, каждый человек. Когда человек пробуждается и засыпает, в это время у нас концепция вот этой жизни, то есть мы сейчас находимся в определенном парадигме внутренней. Она, парадигма, отключается, это момент засыпания. И я начинаю чувствовать тонкую реальность, невидимую, психическую реальность, видеть начинаю. Приведу вам пример. Я читал лекции в Иваново, это было где-то лет 18, наверное, назад. И нас поселили в квартире, я захожу, квартира какая-то такая, знаете, там скорбью все пропитано. Я говорю, что здесь такое происходило? Хозяин спрашивает, он говорит, да здесь у нас мама жила, она ушла из жизни. Пару недель назад. И мы решили сдавать квартиру. Вы уж нас простите, вот так вот. Ладно, мама жила хорошо. Вот. И на следующий день ночью я сплю. Открываю глаза и смотрю, на меня бабуська какая-то идет. Прямо на меня идет так. Такая. В комнату зашла, идет. И я такой начал хлопать, испугался. И так почему-то я хлопать начал, не знаю почему. И она тоже испугалась и сквозь стенку так и пробежала. Я понял, что это тонкая реальность, а не грубая, потому что я-то спал, я не понял. Я видел, как вот человек, а потом я по фотографиям узнал ее, что она еще здесь в доме находится, она еще не ушла. 40 дней человек где-то в доме находится, пока он ушел из жизни. Не уходит, у него перестраивается тонкое тело, чуть-чуть переформируется для другой жизни, дальше ему где надо жить. Это все описано в Ведах, я вам ничего не сочиняю, но я просто был свидетелем этих вещей. То есть я видел, как это происходит, поэтому я вам делюсь. Если вы считаете, что я больной человек психически, то можете не тратить зря время. Да не, он просто пошел. Он давно слушает на лекции, я знаю. Итак, интересно вам? Итак, вот в психическом теле, в нашем психическом теле, я просто не буду все описывать, там очень много чего есть сказать. Вот это тонкое тело ума. Там есть два типа каналов. Есть нади, эти каналы, они соединяют нас с окружающими людьми, со всем этим миром, и они внутри нас тоже находятся. Эти каналы, они связаны с психикой, и они регулируют психические функции человека. А есть шротасы, эти каналы соединяют нас с грубым телом. И внутри шротасов течет энергия психическая, которая
дает силу жить каждому органу и каждой системе. Допустим, взять сердце. Вокруг сердца находится вот такая оболочка психическая, состоящая из этого канала. И эта оболочка психическая дает энергию жить, сердцу жить. Причем психическая энергия, которую организм требует для жизни, это та же энергия счастья. И каждый орган, он нуждается в своей энергии счастья. Например, сердце, оно хочет доброты, нежности. Печень воли хочет стабильности, чтобы все нормально было, стабильно. И она, печень дает человеку также назад, возвращает силу воли. И берет, и назад отдает. Сердце тоже берет доброту, отдает доброту. Когда у человека вирусный гепатит начинается, инфекционный гепатит, первый признак – это сильное безволие. Человек ничего делать не хочет, слабость какая-то. И пресняк, признак болезни печени. Вообще, когда тяжелое заболевание печени начинается, у человека депресняк. Если человек тяжелое заболевание сердца начинает, человек становится очень капризным, и он реагирует сильно на любую проблему, раздражительным становится. Если заболевание кишечника начинается, человеку очень трудно что-то делать, работать. Начинает работать, и у него живот болит, начинает, кишечник замыкает. И так далее. То есть каждый орган имеет свой характер. Характер – это энергия счастья. Иногда у человека не хватает такого характера. То есть это так по судьбе бывает. Видите, счастье нужно постоянно, даже организму, даже органам. Не то, что нам. Человек без счастья жить не может. Нужно счастье. Но если человек зациклен на себе, он счастье теряет, истощается. У него нет возможности быть счастливым, в депрессию входит. Депрессия означает самоубийство. Человек в депресснике находится, все плохо, все тяжело. Значит, он убивает себя постепенно. Сначала у него психика истощается, потом грубое тело истощается, потом хронические заболевания начинаются, потом дальше уже все.